Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию очередная хохма. Как грамотный заемщик, ну, в лице юриста, размазал неопытную, а может быть и опытную, но бесполезную и беспомощную коллекторшу из вот этого недостойного МБА «Финанс». Давайте посмотрим, послушаем, посмеемся. Внимание, поехали! Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Юрий Михайлович, верно? Совершенно верно. Слушаю, кто это? Меня зовут Захарова Елена Юрьевна, компания МБА Финансы. Я специалист административного отдела. О, МБА Финансы, и вроде закрыли же вас. Нет, опять открылись, да? А мы не закрывались. Не-не-не, было четко по телевизору. У вас там это украинская была, ну, штат из Украины вас четко закрывали. Юрий Михайлович, по поводу ваших двух задолженностей перед Московским кредитным банком. А, теперь мой МБА Финанс, хорошая манера общения. Ну, давай прощаемся. 6500 рублей по одному кредиту и 171500 рублей по вашей карте. По какому банку? Прибудет от вас оплата. Какой банк? До 5 мая. Банк забыла сказать какой. Что я должен? УКБ? А что ты, почему я тебя напоминать должен, а? Во-первых, я вам сказала. А во-вторых? Слушайте, значит. А во-вторых? А во-вторых, у вас 125 дней просрочка по одному кредиту и 138 дней просрочка по другому. Ну и что дальше? Если банка, чтобы вы до 5 мая произвели оплату. 230-й федеральный закон, статья 9, подразумевает лишь только одно, что я могу с вами разговаривать после того, как банк уведомит меня о том, что есть третьи лица. Где уведомление? Это по договору цессии перед. Не-не-не, 230-й федеральный закон, статья 9. Ваш договор передан по агентскому договору, согласно... Ну, каламбур получился, когда не ожидала. Договор передан по договору, да? 230-й федеральный закон. Просто не поленись, после того, как со мной поговоришь, статья 9. Почитай ее, хорошо? Мы знаем. На «ты» не переходили. А о чем «мы»? «Мы»? Давай я. Смотри, у меня компьютер в руках есть. Уточняйте. Я сейчас тебе... Баланс это была Шихинская 10-161. И там тоже. И там тоже зарегистрированы. Письма получаете от нашей компании? Нахрен не ваша компания, губкомпания. Смотри, смотри. Оплата от вас когда поступит? Смотри, Российская Федерация, федеральный закон о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений федеральной. Я закон читаю, неуважение. Я закон зачитываю. Статья 9. Юрий Михайлович, уведомление должника... Чтобы вы подписывали кредитный договор... А что ты орешь-то? Рвануло у тебя там, прокладку собрало. Уведомление должника о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником. Первое. Кредитор в течение 30 рабочих дней. Это закон, я себе считаю. Ни один договор не может стоять выше закона. Таким образом, исполнительные обязательства... Кредитор в течение 30 рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте. Да, конечно, скорее слиться, выключиться. Бедняга попала под пули в очередной раз. Потому что надо было сначала договор читать, она говорит. Ну ладно, договор договором, мозги их — это отдельная история. Друзья, я вам предлагаю действительно побольше читать и обращайте внимание на законы, которые касаются вот именно кредитования физических лиц и всех, вот, знаете, ваша палочка-выручалочка. 230-й федеральный закон, просто набирайте где угодно, там в интернете, на телефоне, на своем, на планшете. 230-й федеральный закон. Почитайте, не поленитесь. Именно для нас с вами пишут эти законы. Не для вот этих вот умалишенных коллекторов, которые никогда в жизни... Я вообще сомневаюсь, что она эти фразы понимает, которые там вот написаны. Ну, не пугайтесь, там ничего такого сверхъестественного нет. На нормальном человеческом языке все написано.
Поэтому почитайте, запоминайте. Очень много статей, не только касающихся вот, взаимодействия коллекторов служб взыскания с должниками. Очень много статей есть, которые, в принципе, помогут вам, ознакомление с которыми поможет вам общаться с этой публикой. Вот только услышали статью от него или от нее в переговорах, сразу же загуглите либо после разговора и посмотрите, вникните. Только не читайте заголовки, умоляю вас. Вникайте, читайте. В интернете сейчас чуть ли не с комментариями все это пишут. Поэтому не надо бояться. Если у вас есть желание, но нет возможности разобраться во всем этом документально, к вашим услугам специалисты, высококвалифицированные, подчеркну жирной чертой, специалисты компании «Алиам». Мы поможем вам создать условия для ваших кредиторов, когда им будет выгодно отказаться от претензий. Как это делается? Ну, в двух словах. Это такой комплекс мероприятий, который вас приведет к комфортному платежу, но уже не в банк, а к судебному приставу, потому что мы строго законными методами действуем. И не нужно этого бояться. Судебный пристав, суд – это благо для нас. Разукрасили в черные цвета – это все те, кому это выгодно. Коллекторы, банкиры. На самом деле это и есть добровольный порядок оплаты. Вот. И чтобы жить комфортно, нужно платить комфортными платежами. А бывает так, что наши клиенты даже не видят официальной претензии вообще как таковой. После того, как мы начинаем работать, банк просто, либо микрофинансовая организация, я уже молчу про коллекторов, понимают, что с этим клиентом ничего не получится, потому что его защищают специалисты. А уж поверьте, Алиам уже у многих на слуху. У многих банкиров, а в банках также и юристы работают, поверьте, там такое есть. Но юристы — это не такой уровень. Банковские юристы, поверьте, это, ну знаете, если градации какие-то ставить по 10-бальной шкале, я не утверждаю, что юристы, которые трудятся у меня, имеют оценку 10, да? Но то, что там в банках работают, это, ну, в лучшем случае на троечку. При том, при всем, что мои юристы, я не побоюсь этого слова, ну, допустим, на восьмерку знают материал. Вот. А вот такая публика работает в банках. Ну, поверьте, потому что хорошему, грамотному юристу идти на какую-то мизерную зарплату, а в банках платят мизерную зарплату, потому что банк — это, ну, в принципе, нищая структура, у них нет своих денег. Все деньги они берут в Центробанк, и, собственно говоря, основную львиную долю прибыли сжирает руководство этого банка, а штат получает сущие копейки, и, понятное дело, юристы, оплачиваемые банками, на самом деле невысококвалифицированные специалисты, поверьте. И нам с этой публикой очень легко бороться при определенной юридической компетенции, конечно же. Если хотите узнать, как мы это делаем поподробнее, я вас перенаправлю на наш сайт. Ссылочка на сайт есть в описании любого ролика, в том числе и этого. Также для вашего удобства выходит в правом верхнем углу окошко трансляции, выходит кликабельная подсказка. Посмотрите, вот она. Нажав на ту ссылочку, вы попадете на наш сайт, где легко найдете видео, видеопрезентацию, как устроена работа кредитных юристов компании «Алиам». Алгоритм, что мы для вас сделаем, как это все будет выглядеть, сколько, в конце концов, это будет стоить. И все, поверьте, рассказано на простом человеческом языке с минимумом юридических оборотов, терминов. Все вам станет понятно. Вы будете понимать, если вы приняли решение обратиться к нам, вы будете понимать, зачем и что мы для вас сделаем. Это не будет работа, игра в одни ворота, когда клиент не понимает, что делают юристы. Мы по желанию клиента ежемесячно высылаем отчет. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который всегда на связи и готов с вами пообщаться. Стоит вам только отправить заявку на электронную почту, и человек, персональный менеджер, вам позвонит в течение суток и на все ваши вопросы ответит, которые у вас будут возникать. Поверьте, все прозрачно, актуально и очень-очень эффективно. Намного выгоднее, чем платить в банк. Ну, просто в миллионы раз выгоднее, чем платить в банк. Потому что четкие оговоренные сроки, четко оговоренная сумма, никаких процентов, никаких штрафов, само собой, и четкий конкретный результат, когда вы никому ничего не должны в официальном формате. Вот такая вот история.
Также вы можете получить море информации, подписавшись на наш канал. Очень много полезных роликов, и смешных, и веселых, и жестких. И есть у нас плейлист на канале «Обращение мое к слушателям, подписчикам канала», где я отвечаю на многие вопросы, которые задаются в комментариях. Попасть на плейлист на наш вы совершенно легко сможете. Вот сейчас обратите внимание, опять в правом верхнем углу выйдет кликабельная подсказочка, которая переведет вас на наш плейлист, если вам это интересно. Вот она. Послушайте, пожалуйста, обрастайте информацией, переставайте бояться. Это все не нужно, вам это только мешает. Вот этот страх, страх, сформированный вашим незнанием. Победите этот страх с помощью того, что обретите определенные знания и успокойтесь. Еще раз повторяю, если вы хотите встать под юридическую защиту, пройдите на наш сайт и обязательно посмотрите. Это обязательно, посмотрите видео на нашем сайте. Для вашей же помощи в очередной раз справа в верхнем углу выходит подсказка, еще одна, вот она. Только после этого оставляйте заявку, вам перезвонят наши специалисты, которые ответят на все оставшиеся вопросы, которые у вас будут, которые вы захотите им задать по поводу юридической защиты. Будем мы звонить с телефона, который на нашем сайте указан в правом верхнем углу. Пожалуйста, забейте его в контакты своих аппаратов и напишите там «юристы компании Алиам», не знаю, просто «Алиам», либо «юристы Алиам», как угодно. И не пропустите звонка, звонить будем в рабочее время. Вот, для того, чтобы с вами пообщаться, ответить на все ваши вопросы. Ну что, ставим лайк, подписываемся, как всегда, репост в соцсетях приветствуется, для того, чтобы большее количество людей знало всю правду про банки и про их уродливый бизнес кредитования. С вами был Кузнецов Дмитрий, я желаю вам счастья, здоровья, благоразумия, ну и, конечно же, финансового благополучия. Хорошего всем времени суток. До свидания.